Добрый день. Вы искали повышение или укрепление потенции народными средствами? Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качко. Могу вам в этом помочь. А знаете, что такое потенция? Потенция – это очень чуткий индикатор состояния здоровья мужчины, готового к размножению. Безусловно, современный мужчина подвержен эмоциональным физическим перегрузкам. Образ жизни не сбалансирован. Режим и рацион питания хаотичны. И любые инфекции, либо интоксикации – все вместе и каждое по отдельности влияет на состояние потенции и, увы, чаще всего на снижение. Есть желание взять и просто так вот лихо щелкнуть и подстегнуть, усилить потенцию. Известные препараты вы в аптеке знаете, но я не советую вам так просто решать проблему. По одной простой причине. Уровень инфарктов и инсультов в диапазоне 20-50 лет отличается в 100 раз. И потенция фактически отражает не ваш паспортный возраст, а биологический возраст, который значительно старше паспорта, значительно больше. И любой стимулятор на этом фоне, будь то растительного, либо синтетического происхождения, это всегда риск, кардиологический риск. Конечно, если вы хотите, вам нужна потенция на одну ночь, на одну командировку, на один отпуск. Это ваш выбор. Если вам нужна хорошая, мощная потенция на годы и десятилетия, тогда нам с вами нужно будет найти компромисс между вашим образом жизни и тем, который посоветую вам я. Между тем режимами рациона питания, которые имеете вы, и которые посоветую вам я. Мы встретимся где-то с вами по дороге, чтобы вам это было комфортно. Я имею в виду и по образу жизни, и по мощности вашей потенции. Если вам нужна мощная потенция, обращайтесь. Лечение по методу доктора Скачко, оно системно, оно комплексно. Оно помогает решать не частные проблемы, а оздоравливать организм человека в целом. Если вам это необходимо, обращайтесь.